Я через окно голуби, вот дикари, и они освобождаются от насекомых, в воду купаются. Вот это моя. Это ничего, а то она зайдет, начнет плескаться в воду, это сушиться, крылья поднимает. Вот тварь какая, все знает. А этот уже крылья поднимает, уже искупался. Тоже забота о своих насекомых. Начну на улице снимать, не даются, сразу улетают. Дикари улетают, а эти, видите, чувствуют, раз улетает опасность, от опасности. Это у меня дикарей приучил, что у них какие-то там, может быть, что-то гоняют моих голубей больше, чтобы перестали болеть. Это вертячка, неизлечимая болезнь. Целые голубятни погибают. Видимо, ей это недостаточно, сколько она. Ой, как хорошо. Ну, в общем-то, я думаю, видно будет. Маленько тут через решетку. Сходил, семечек дал. Когда я говорю, что комната была у нас 12,8 квадратных метров, это по стенам обмер. Нику, это все входит и в кухню, и туалет, и столовая, и спальня, и приемная на 12 квадратах. Вот мы там еще 11 человек, то есть 13 человек, собрание проходили. И всех накормить, стол за стол цеплялся так, а потом раз к стенке поставили его, получается одна доска с ножками. И прямо кроме того, студия была, 15 магнитофонов накручивает. Это не игрушка. Надежда Васильевна, тапочки шила, я переплетным делом занимался, переплетная мастерская, училище. Приезжали отовсюду, учил, и все на 12 квадратах. Еще и два племянника жили, дети. То есть при желании это можно распространиться. И главное это сердце. Я одно время открыл дверь для всех из вокзала. А я живу от вокзала, прямо рядом с вокзалом, удобно, линию перейдешь, и в любое время ночью кто приедет. Вот. И бомжи это знали, я ключ не стал даже, дверь вообще не запираю, совершенно. И они приходили, я оставлял ей поесть, попить. И вот приезжали тут как-то адвентисты седьмого дня, но мы ходили, там молили, вот пьет, видите, как тянет в себя воду. Вот этот он голубенок у меня вылился здесь. Ручной был, но сейчас он не ручной. Стоит благообразный такой старец. Приятно так. Лицо такое чистое. И говорит, а вы меня, наверное, не помните. Я говорю, назовитесь. Ну, мы имена-то не очень знали друг друга. Мы вас-то знали. И приходили бомжи с вокзала, ночевали. Какие они были? У нас такое, что обмыть, одеть его... Насекомых выпрыг. Даже не считаю это ни за что, поэтому говорю так. Вот открыл дверь, это днем они приходили. А ночью у меня с собой была ученая собака. Дверь не запиралась тоже, она никого не запустит. Вот такой момент в жизни был, теперь это нету. И вот я был из тех, я поднялся на ноги теперь. И на пенсию получаю этой. Так что расширьте сердца ваши, в равном возмездии говорю. Люди ропщут на что-то, чего-то не хватает. Вот прежнее время, ну, советскую власть, кто знает, у меня на питание уходило 9,80 или 11 рублей. Все. А работал на стройке, на самой тяжелой работе. Бетонные тачки катать на второй этаж по трапу. Покатай бетон. А второй меня отделили, электро... Эти стояли, как их фермы назвать, даже не ферма, а... Высоковольтную линию вели. И отдельно копать. С собой что? Лом, лопата, кувалда, клин. Ну, две лопаты. Все, отдельно, один в степи. Пурга идет, это еще не имеет. И все время норма была 2-3 нормы.
И в этом деле был просто благодарен Богу, от родителей хорошее тело досталось, неукротимое работал.